Сергей, поздравляем тебя с наградой. Что она для тебя значит и ожидаема она была? Спасибо. Ну, я, как вот уже со сцены сказал, получилось ровно так же, как с чемпионом мира. Что-то все ожидали вокруг, но, правда, признаюсь, что в этот раз я тоже ожидал. Но это было очень логично назначить и проголосовать за лучших легкоатлетов, именно двух чемпионов мира, которые в этом году получились. Но а что для меня это награда? Ну, это такой приятный бонус в завершении сезона. Такой, ну, как сказать-то, признание действительно работ, какое-то признание заслуг. И не может не радовать.